Привет, друзья! Опубликованы кадры испытаний арктической версии российского бронетранспортера БТ-3Ф производства Курганмашзавода. Бронетранспортер БТ-3Ф адаптирован для условий Крайнего Севера, имеет утепленный корпус и оснащен независимой системой отопления, которая способна поддерживать плюсовую температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе. Арктический БТ-3Ф получил также широкие гусеницы, обеспечивающие пониженное давление на грунт. Это повысило проходимость по снежной целине. Бронетранспортер предназначен для перевозки 15 человек и может выполнять роль тактического командного пункта и медицинской машины. БТ-3Ф защищен от пуль крупнокалиберных пулеметов, осколков снарядов и мин. На БТ-3Ф устанавливается дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 12,7 мм. Модуль оснащен интегрированным тепловизором и лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. Возможно размещение беспилотного комплекса разведки. На БТ-3Ф также можно установить 14-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. Бронетранспортер БТ-3Ф оснащен дизельным двигателем УТД-29 мощностью 450 лошадиных сил и развивает скорость по шоссе 70 км в час. При движении на плаву 10 км в час. Запас хода по топливу 600 км. Экипаж 2 человека.